Доброго ранку, це програма «Guten Morgen». Ми вам раді представити наших гостей. На сьогодні це перші гості, і це гурт «Джазекс». Ваші оплески. Але вони не самі сьогодні до нас завітали. Ми бачимо їх кількості 6 чоловік, і ще й тут сидить Гіга, будьте знайомі. Ваші оплески. Приємно. Так. Доброго вам ранку. Доброго. Ну, почнемо з вас, і так, аби плавно перейти все ж таки до дуету вашого. Знаємо про ваш дует із гуртом «Друга ріка». Зараз розуміємо, що є дует з Гігою. Є ще якісь цікаві дуети? З скрипкою? З Феймом, з оперними півцями, ну, маса дуетів. Практикуєте? Да, зрозуміло. Как часто вы сейчас концертируете, выступаете на концертных площадках? Где вас можно услышать? Где уже были? Что, возможно, осталось таким каким-то ярким штрихом ваших, среди ваших бесчисленных концертов? Ярчайший, наверное, Сербия, да? Вот летний фестиваль джазовой Сербии. Да, в Ніше, це найяркіше впечатлення. А до речі, ви ж є лауреатами багатьох і фестивалів, і конкурсів. А от просто концерт там, чи я не знаю, чи запрошують вас просто на корпоративи? Так і буває. Буває. Так. Сьогодні ви нам будете презентувати пісню під названням «Мама», да? Так вони називаються. Там розкажіть трошки про створення, як виникла взагалі ідея дуету. Это уже я расскажу. Да, да. Была песня у меня с одним исполнителем саундтрека к фильму «Мама», который выходил 8 марта российским, там, с суперактерами. И, а мы как-то подумали, надо вот сделать что-то, я же делаю рэп, хип-хоп, и поэтому все-таки аудитория одна, у джазекса совсем другая аудитория. И это мы предложили, от меня исходило, от моей команды, инициатива, чтобы что-нибудь интересненькое. Джазекс говорят, а мы как раз тоже хотели что-нибудь такое интересненькое сделать. Я говорю, давайте тогда пока попробуем, чтобы не придумывать что-нибудь велосипед, попробуем сделать кавер-версию на эту песню «Мама». Причем она душевная, она очень хорошо зашла, назовем так, зашла. На концертах всегда я исполняю ее, ну, версию оригинальную. И раз, все срослось, и прям так классно. А я всегда хотел попробовать вот на такой инструментальчике, чтобы взрослые люди. И я сначала мне показалось, что так она, ну, какая-то вот она не такая, потому что я привык к оригиналу. Но потом всем взрослым людям, которым я ставил, все говорят, просто это гораздо лучшая версия. И я счастлив, спасибо, Джазекс. Слушайте, а взагалі тут мені цікаво, робота в студії, от колективу такого роду, як ви, це складніше, аніж просто записувати трек з музичними інструментами там, чи, ну, я не знаю. Це складніше чи ні? Без інструментів, і у нас нема допомоги ніякої інструментальної. А ви всі разом співаєте? Ні. Один, чи у вас разом, окремо кожного пише? Так, так. Це дуже такий складний і довгий процес. Це складно. Так. Ну да, але це представте, є ж гітара, да, на гітарі, якщо вмієш грати, струни перебрав, акорди, все, сыграл. А здесь же еще нужно распеться, попасть. Все остальные 5 участников говорят, ну что ты не можешь попасть, нормально, ты можешь спеть или нет? Вроде нормально спел, я думаю, это очень сложно. Но мы хотим вас порадовать, вы реально попали сегодня, мы вас без песни не отпустим. И вы знаете, поскольку у нас наша аудитория, наши программы, это Викина мама и моя мама, а сегодня с вашим приходом их станет гораздо больше. Еще сейчас... и наша мама. Да, вы же успели позвонить, сказать, мама, смотри сегодня, я конечно буду там на М1, да? Вот, теперь представьте, сколько мам сейчас нас смотрит, и я думаю, что песня в вашем исполнении, тем более с таким названием, но сейчас нам всем очень необходимо. Давайте. Мы уже готовы послушать. Давайте. А мы готовы исполнить. Привет всем мамам. Ты только не переживай, мам, я живой, и у меня дела нормально. Извини, долго не звонил, знаю, обнимаю, отцу привет передавай, мам. Я каждый вечер молю Бога за тебя, за родных и за себя немного, чтоб если что не так, понял и простил, дал сил. Мам, я поменял сим, это мой новый номер, старый не удаляй пока. Кстати, ну а родня там как Наташка с Владом приехали из Ялты, уже уехали в Карпаты, да ладно, а как там батя? Не забудь привет и передать ему. Я на днях заеду тему передать одну. Он хотел четки, я нашел одни четкие. Ты начни плакать еще. Да ладно, мам, ну че ты, у меня все хорошо. Ты не переживай, пытаюсь судьбе дать поджог и как-то выживать. Все так же пишем песни, летаем на концерты. И кстати, мам, ты лучшая мама на свете.
Ты только не переживай, мама. Вроде дела нормально. Долго не звонил, знаю. Отцу привет передавай. Ты только не переживай, мама. Вроде дела нормально. Долго не звонил, знаю. Отцу привет передавай. Je suis prêt à te rappeler chaque seconde, maman. Que tu es la personne la plus chère au monde. Tu es la plus belle et la plus juste. Tu es la plus bonne et la plus bienveillante. Tu sais toujours soutenir et consoler. Même si tout le monde m'entoure d'or, te donne le conseil qu'à tous les mondes se tait. Je te remercie pour tout cela. Oh. Oui, maman, comme tous les mondes, je te chagrinais. J'espère que tu n'es plus fâché contre moi pour ça. C'était l'adolescence que nous sommes bouillonnés. Elle me semblait quand j'étais assez calme. Il me semblait que je comprenais tout, que je savais tout, mais qu'à présent j'ai compris. Je serai toujours l'enfant pour toi, comme tu seras toujours la mère pour moi. Ты только не переживай, мама. Вроде дела нормально. Долго не звонил, знаю. Отцу привет передавай. Ты только не переживай, мама. Вроде дела нормально. Долго не звонил, знаю. Отцу привет передавай. Ты только не переживай, мама. Я живу, вроде дела нормально. Извини, долго не звонил, знаю. Обнимаю, отцу привет передавай. Ты только не переживай, мама. Я живу, вроде дела нормально. Извини, долго не звонил, знаю. Обнимаю, отцу привет передавай. Я вам дякую. Ну, такий, знаєте, привіт всім мамам, там і татам перепало, привіти також. Ну, це надзвичайно. А буде якийсь відеоряд? Для... А от якраз збираємося. Збираєтесь знімати? Да. Хто буде знімати, все вже знаєте? Ми причому хочемо зняти простеньке відео, щоб всі бачили, тому що коли вже сведення, це звучить прямо, як будто настоящий інструментал, коли вже свели на студії. Тому ми хочемо, щоб вот було видно, прямо, як це відбувається. Можна сказати, вот як лайв, тільки коли це звучить. Вызвучено. Я напомню нашим зрителям, 205-44-88 – это наш студийный телефон. У нас есть два билета. Если вы сейчас позвоните по этому телефону и зададите вопрос нашим гостям, то, безусловно, эти билеты станут вашими. А Гіга нам зараз розповість, на що саме ці квитки? Угу. Гіга. Естественно, да. Билеты – это на замечательного рэпера Карандаша российского, который проживает в Москве, а сам он откуда-то. Не помню откуда. Из Чебоксар, вспомню. Вот. Всегда, когда не знаешь откуда, сразу говори, из Чебоксар. Из Чебоксар. Никто не докажет. Что проверить-то? Если кто знает его творчество и мое, у нас есть одна совместная песня, теперь еще и на его альбоме две. Одна из них, в которой участвует там очень много рэперов. Фьюз, Триада, там, и я тоже там участвую, Крипа Крип. А вторая песня у нас тоже на его альбоме, кстати, называется песня «Тупой». Ну, это просто о том, что тупой, красивый кач именно. Вот рэпе есть такая штука, когда вот ты слушаешь и просто тебя качает. Я думал, ты сейчас ко мне обращаешься, что я так понял, что у него на альбоме две песни. Что у него на альбоме две песни всего лишь. Ты говоришь, у него на альбоме две песни. Нет, просто называется так песня. Это он предложил название, я сопротивлялся, но его альбом. Поэтому он приезжает презентовать свой альбом «Американщина 2». Также мы будем снимать с ним клип, это я так сразу понтанулся. Так, нормально. Но 23 ноября этого месяца. В 19:00, не скажу где, естественно, но произойдет, да. Але якщо вам цікаво, ви знаете, де знайти всю цю інформацію, яка вас цікавить, тому... Com.ua. Сказали, можно сказать. Все, два билетика есть, кто хочет пойти. У нас вже є телефон. Есть телефонный звоночек, да. Мы ждем. Алло. Вот, кстати, в принципе, хороший вопрос. Ну, я его давно хотел озвучить. Да. Скажите, а можно было как-нибудь вот взять и вот так вот вписать в вашу композицию? Просто я смотрю, у вас списывается все. И вот взять телефон и, допустим, говорить... А в этой песне это и есть. Да? Реально можно было бы. Но это такой вопрос был от наших телезрителей, а теперь еще один. Дубль 2. Это неплохой. Доброго ранку. Доброго. Гутен морген. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, у мене позову. Запитання до гостей. Як осінь вас надихає? Чи надихає вас осінь? Звичайно. Звичайно. Надихає кожна красива пора року і
черпаємо звідти натхнення. Ви знаєте, у поетів, да, обычно, там, у Пушкіна, там, такі болдинські осені і так далі, є такі якісь пари року, да, когда пари года. Що я запутався? Времена года. Уже у меня и русский, и украинский. Времена года. Времена года. Французскую, давай. Ты был прав по поводу тупого. Скажите, есть какие-то, да, вот какая-то пора, где вот вам хорошо пишется, какое-то время, вот особенно хорошо, или всегда? Весна. Весна. Все-таки вот, весна. Да, у меня весна, потому что я весенний. Ты весенний? Ну, вообще, я весной родился, ага. Да, в апреле. Это, естественно, весна, но как-то впервые в жизни у меня будет, я пишу альбом тоже четвертый, по-моему. Ну, если считаем, первый, там, второй не считается, но они были, в любом случае. Вот. И все выходили весной или летом, а тут я заканчиваю альбом осенью, потому что осенью поперло. Вот повзрослел. Я не знаю, чи залишаєтеся ви з нами ще на зв'язку, ми так і не дізналися ваше ім'я, але ви отримуєте два квиточки, да, на концерт. Залишайтеся на зв'язку, дізнаєтесь, як їх или забрати. Или перезвоните. Ну, ми дякуємо вам, що завітали, дякуємо за ваш музичний настрій, за ваші посмішки. А в нас невеличка порція надзвичайно корисної інформації. Залишайтеся з Guten Morgen, ми зовсім скоро повернемось.